Всем привет! Сегодня у нас на обзоре торговый бот от компании BitsGap. Узнал я про этого бота на стриме Binance буквально несколько дней назад, поэтому у меня здесь меньше суток пока что наторговано. Но опыт в подобных ботах у меня имеется, я уже там месяц сижу на Tricomas боте, и этот бот мне нравится намного больше, он намного интереснее, и сейчас я расскажу вам, в чем же он намного интереснее. Итак, самое начало. Для того, чтобы запустить бота по сеточной торговле, нам нужно выбрать пару. И здесь мы можем видеть доходность тех или иных пар сразу же, сходу. Нам не нужно, самостоятельно искать какую-то монету, смотреть ее волатильность. Да? Здесь сразу же имеются пары, которые показывают максимальную доходность. Мы можем выбрать разный период, который нам интересен, да? Вот, потому что, ну, месяц, допустим, за месяц многое могло измениться, но он показывает вот эти проценты на основе предыдущего месяца, то есть период месяц. И посмотрите, например, вот у меня пара EARN-USDT с 23 числа просто в каком находится прекрасном коридоре. Цена, да, это отличная волатильность к тому же, то есть видите, какие движения цены происходят. Можно было бы очень много денег заработать, но я недавно узнал про этого бота, поэтому я пока что забрал одно движение вниз и вот полдвижения вверх. Заработали мы за сутки 0,3% на данный момент, но сегодня биткоин, сами видите, плох, и пока что цена не вернулась. Если цена вернется там хотя бы сюда, уже будет доходность намного интереснее. Но если движение такое же и в этот месяц продолжится, то мы заработаем, смотрите внимательно, почти 40% к нашему депозиту вложенному. Вот. При этом, видите, он какие-то движения вот эти не захватывает, а при ручном контроле мы можем, естественно, сетку расширить вниз. И что немаловажно, у данного бота имеется функция trailing up. То есть, если цена уходит выше верхнего уровня сетки, то бот автоматически расширит ее вверх. То есть, цена будет идти вверх, он вот этот канал полностью вместе с нижней ценой будет поднимать выше автоматически. То есть, при росте цены, если рассматривать, сравнивать с Tricomas ботом, вам вручную нужно будет ее расширять, эту сетку, поднимать и следить за ней. Здесь же нам нужно следить меньше, потому что, собственно, бот самостоятельно будет поднимать сетку вверх и следовать за ценой. Это очень круто, на самом деле. Можно следить, там, я не знаю, в два раза меньше за ней. Вот. Также имеется у нас функция Take Profit, которой нету в Tricomas боте. То есть бот автоматически закроет при определенном проценте профита полностью всю позицию. То есть, если у нас там пошло на 5-10% сильно вверх, да, мы можем просто разом продать все наши монеты и заработать на этом движении. Вот. Также имеется функция стоп-лосса, которой нету у Tricomas бота, да, мы сравниваем сейчас по предыдущему моему ролику. Вот. При достижении определенного ценового уровня, если у нас длительное планируется падение биткоин, допустим, если у нас биткоин стоил 60 тысяч и он решил обвалиться вот до 30 тысяч на 50%, мы можем выставить какой-то стоп-лосс вот на определенную цену, допустим, там по прошлым движениям, если да, посмотреть, там на какие-нибудь 2.96 мы устанавливаем, и когда цена дойдет до этого показателя, бот автоматически продаст полностью всю позицию, и у вас будут уже лежать USDT. То есть вы можете подстраховаться от сильных падений, да, чтобы вам не быть холдером какой-либо монеты на долгий период времени, либо не пришлось сильно расширять вашу сетку вниз. Ну, тут каждый просто решит для себя, нужно или не нужно этого делать. Вот. Итак, если у нас цена продолжит двигаться в этом направлении, в этом коридоре, мы заработаем за месяц плюс 40% к нашему депозиту. Сейчас у меня лежит 250 долларов
да, то есть бот торгует этой суммой, мы умножаем 1250, точнее плюсуем 40%, ну, получаем $500. То есть наши $1250 превратятся в $1750. То есть бот заработает 500 примерно долларов за месяц. То есть если бы мы вложили в бот $10,000, да, то бот у нас за месяц заработал бы $4,000. Это очень круто на самом деле для автоматической торговли. Вот, хотя я тот же самый стрим смотрел, да, и ребята говорят, что если там в первое время пользования ботом зарабатывать 5-10%, радуйтесь, потому что это хороший показатель. Но тут все настолько элементарно настраивается, что можно спокойненько забирать 20%, вообще почти не заходя в этого бота. Давайте посмотрим примеры другой пары, как мы можем настроить, да? Давайте просто настроим какую-либо пару. Ну, то есть здесь и сейчас. Итак, что мы видим по данной паре? Мы видим, что вот у нас 27-28. То есть с начала этого месяца мы возьмем период 2 недели. Ну, примерно вот так, да? Вот так возьмем. Мне удобно. То есть цена двигалась за эти 2 недели примерно вот в таком коридоре, изредка за него выходя. Мы можем расширить, для этого мы должны оставить там 10-20% обязательно средств на расширение сетки вниз, если мы не планируем использовать стоп-лосс. Далее мы видим, что цена вверх заходила однажды только вот настолько высоко, и при этом у нас получается примерно вот такой вот узкий коридор. Даже можно немного ниже опустить, но в принципе, ну, даже вот так, наверное, да. 85 уровней нам, естественно, не нужно. Вот, эти сделки будут происходить слишком часто. Я не вижу в этом никакого смысла, на самом деле. Можем вот так сделать, 25, да, или 30. Мы сейчас на самом деле вот это посмотрим. То есть, регулируя количество сеток, число уровней, да, мы смотрим шаг сделки. Итак, давайте посмотрим при данном шаге сделки. То есть у нас трейлинг ап, если цена пойдет сильно выше, да, то бот автоматически начнет следовать за ценой, и мы будем отрастать вместе. Поэтому можно вот эту, так сказать, часть сетки ставить там пониже, да, потому что бот будет следовать, но он и нижнюю часть будет тогда поднимать. Поэтому все равно нужно держать золотую середину. Примерно вот так, на мой взгляд. Да. Вот, это у нас каждая свеча 1 час, можем уменьшить до 15 минут, чтобы посмотреть, да, более узкий коридор, как у нас цена ходила с начала месяца, вот с начала июля, за 2 недели, вот отличный коридор. Итак, тестировать настройки. Вот этой функции у Tricom с бота нету, здесь она есть. Мы можем посмотреть на основании предыдущего периода времени, сколько бот у нас может заработать на этой паре, если цена продолжит двигаться в таком же коридоре, да? А примерно в таком коридоре продолжит двигаться, потому что мы в случае чего еще подкорректируем вниз, да, если цена пойдет ниже. Вверх он сам, то есть, заберет движение. Вот. Если бы у нас месяц стоял вот такой коридор, то мы бы забрали почти 60% депозита. Представляете? Просто 60% депозита. Давайте поиграем немного с количеством сеток. Сейчас у нас стоит 25. Давайте посмотрим, что будет, если у нас будет 30 сеток. 57. 35 сеток. 56. 40 сеток. В принципе, тут можете просто сами поковыряться, но суть в том, что мы можем все это настроить методом тыка. Вот. Получаем, что оптимально у нас примерно вот где-то вот 25, 27, 25, 24, давайте посмотрим.
Ну, 25 на самом деле как-то получается, что я просто четко угадал. Почти 60%, друзья. Но это же просто бомба для сеточной торговли. Причем, вот. Так что я считаю, что это шикарно. Я начну, наверное, потихонечку переливание средств из Трикомас в этого бота. Потому что, ну, вы сами видите, это очень удобные настройки. Вот, это у нас, кстати говоря, Форд, да? Давайте посмотрим на основе монетки Celo. Celo. Так, недостаточный баланс для, собственно, такого уровня, да? То же самое. Тут вот у нас пошире диапазон, но нам такой диапазон, естественно, не нужен. Ставим, допустим, 25, к примеру, да? Цена у нас нижняя не опускалась ниже. Вот сюда сделаем, да? Даже вот так, на всякий случай. 15 минуточка. Так, это у нас 1 июля. И вот такой вот диапазончик сделаем. Ну, и за счет того, что мы не забираем сеткой вот это движение, поэтому на основе предыдущего месяца, скорее всего, у нас будет маленькая доходность. Но при этом, смотрите, все равно не такая-то и маленькая. 41%. 41%, друзья. Это же бомба просто. При этом мы не забираем все вот эти движения. То есть сетка не забирает. Если контролировать, чтобы весь месяц движение было в сетке, то есть двигать немного вниз, немного вверх, да, немного вверх он сам будет трейлинг апом двигать, мы можем забирать, я думаю, реально все 60% депозита. Десяточку вложил, 10 тысяч долларов, 6 тысяч долларов забрал через месяц. И если при том же раскладе, да, даже взять средние, скажем так, средние возьмем, да, 50%, мы с 10 тысяч долларов в первый месяц забираем 15 тысяч долларов. Плюс 50%, это уже еще 7500. Мы забираем 22 500 долларов через еще один месяц. И к концу года эта сумма может вырасти при перевложении, да, просто в огромную сумму. 50% плюс еще, это уже через 3 месяца 33 тысячи долларов, плюс 50%, еще это 50 тысяч долларов, плюс 50%. Так, раз, два, три, четыре. Сейчас, секундочку, я просто вам посчитаю. Тут вам не видно калькулятор? Вам не видно калькулятор? Не видно. 50% плюс, 50% плюс. Через полгода вы можете забрать 170 тысяч долларов при постоянном перевложении денег в этого бота. Вы представляете? То есть, если мы каждый месяц будем зарабатывать 50% депозиту, через полгода мы превратим 10 тысяч долларов в 170 тысяч долларов, друзья. Это просто элементарная математика. Я считаю, что это намного лучше, чем рисковать фьючерсами какими-то, да. К тому же данный бот отлично себя покажет и при растущем биткоине, да, потому что он будет автоматически трейлинг ап цену двигать вверх. Вот. На каких-то коррекционных движениях он будет докупаться, и все равно, когда цена будет уходить выше, он будет все это дело продавать. И в конце концов вы можете take profit сделать там на 20%. Если сильно цена уйдет выше, он просто все разом продаст, да, вы пересоздадите сетку и погнали заново. Вот. Шикарно, шикарно. Бот просто сказка. Давайте все переходим в данного бота. Итак, у меня небольшая новость, к тому же имеется, да. Я открываю чат для партнеров. Что значит для партнеров? Для партнеров это для тех, кто готов инвестировать и заниматься торговлей вместе со мной. То есть, если вы планируете использовать бота, регайтесь по моей реферальной ссылке, вы получаете 2 недели бесплатно. То есть, про аккаунта 2 недели бесплатно. Если вы вложите 500 долларов, да, давайте по стоимости, давайте, так, у нас секундочку. У меня сейчас смоут реал про, собственно, план. Управление планами. Вот. Чтобы у нас максимальный план в месяц
купить, да, нам нужно за 2 недели заработать $110. То есть, допустим, вложив $1000 в бота, мы можем дальше на основе заработанных средств спокойненько покупать себе про-подписку, не вкладывая свои кровные деньги в подписку данного бота. Регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, вы получите 2 недели бесплатно, да, вы можете 2 недели попробовать бота бесплатно. Если вам понравится, я думаю, вы, то есть, купите подписку и будете пользоваться им дальше. Но вернемся снова к самому главному, к чату партнеров. Я открываю чат, в котором будут только партнеры, только те, кто инвестирует вместе со мной или занимается, допустим, сеточной торговлей по ботам вместе со мной. Мы будем обсуждать различные схемы заработка, стратегии заработка, лучшие монеты, лучшие доходности, там, лучшее число уровней, шаг сетки и так далее и тому подобное. Это все мы будем обсуждать в чате, где будут только партнеры. Ссылочку на чат, точнее на менеджера, я оставлю в описании. Если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, то можете скидывать скриншот менеджеру. И я буду добавлять вас в чат, будем, собственно, все обсуждать. Также те, кто вкладывал со мной в Nominex, также кто у нас регистрировался в первом боте, вот, вы все можете попасть в данный чат, где мы вместе будем зарабатывать деньги. Ну а на сегодня все, друзья. Всем счастливо. Всем пока.